Всесвітній день «Оціни своє життя». Сьогодні ми дізнаємося, за якими критеріями варто оцінювати своє життя. Так, і хочемо повернутися до такої, знаєте, важливої життєвої цитати, яку ще сказав Альберт Ейнштейн, про те, що прагне не того, щоб спромогтися успіху, а все ж таки, щоб твоє життя мало сенс. І сьогодні ми спробуємо розібратися, чи має наше життя з Максимом сенс, і допоможемо вам розібратися так само у цьому. І наш ранковий гість Олександр Іванов, психотерапевт. Доброго ранку. Психіатр. Не психотерапевт. Пробачте, будь ласка. Різниця. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Ми, знаєте, все ж таки в цей день маємо до вас перше запитання стосовно того, чи колись ви робили свою оцінку життя? И чи корисно це робити? Ну, вообще-то, конечно, это очень полезная тема. Каждый день этим заниматься бессмысленно, долго, неприятно, и начинаешь циклиться на том, насколько я прав, не прав сегодня. Я думаю, это должны быть какие-то периоды. Замечательная тема – это день рождения, допустим, да, или там тот же самый Новый год. Подвести какие-то итоги. Ну, вы знаете, вот для оценки есть потрясающая психотерапевтическая фраза, которую придумал не психолог, не философ, а наш, ну, всемирно известный Константин Меладзе. Серьезно? Вот, да. Она очень короткая, она очень емкая, она мне безумно нравится. Она звучит это в одной из песен. Есть такая короткая одна строчка. Жить нужно непременно хорошо. Тобто, виходячи із цієї фрази, будувати своє життя, якісь кар'єрні плани, виходячи з того, що чи подобається тобі це? Исключительно. То есть, мені дуже подобається, допустим, американський підхід к поняттю вообще здоров'я і нездоров'я. Это социализация. Насколько ты социален, насколько ты успешен, насколько тебе все это нравится. То есть неважно, сколько у тебя глаз, рук, ног, зубов. Если ты в социуме чувствуешь себя комфортно, если тебя все устраивает, то физические болезни практически не имеют значения. Ух ты! Да. Не очень. Это замечательный подход. Это гениальный, потому что я знаю огромное количество физически абсолютно полноценных, здоровых, атлетичных людей, которые настолько недовольны своей жизнью, что у них выбор стоит там, что лучше выбрать, там, сиреневую веревочку, чтобы повеситься, или зеленую электричку навстречу. Вот. Это качество жизни ноль. Хотя физическое здоровье пышет, благоухает. Это касается не только мужчин, женщин. Вот. Поэтому для оценки своей жизни, качества своей жизни, самое главное действительно посмотреть, насколько тебя устраивает твоя жизнь, насколько ты находишься в своей струе. Мне безумно нравится японский подход, который описывает счастье. Это такое слово «икигай». Так. Да? Угу. Слышали? Это, ну, такие образно круги, четыре круга. Умею делать, люблю делать. Это приносит пользу обществу, это приносит деньги. Вот когда все четыре находятся в гармоничном соответствии, вот это икигай, это хорошее качество жизни. Да. Ну, это да, это чисто японский подход, но он мне очень импонирует. А чи якийсь ось український підхід, щоб знати, ну, якось перевести на нас, які є критерії, почому ми можемо оцінити своє життя? Ну, у нас вот такой философский подход не очень. У нас как бы больше не нравится, когда у соседа лучше, ну, традиционно. Поэтому я рекомендую вот для просто оценки качества своей жизни два очень простых теста, они доступны везде абсолютно. В интернетах, да, они в распечатках, они занимают буквально там для прохождения их 2-3 минуты. Они не глобальные, они не экспертные. Они просто позволяют определить тенденцию, к чему ты склонен. Там они звучат, первый там тест на депрессивность, на склонность к депрессии, это PHQ-9. PHQ-9, потому что 9 вопросов, да, это на депрессию. Депрессия. Второе на состояние тревожности, это GAD-7, не P, а D. D. А да. Покажеш глядачам, щоб вони також побачили? Да. Ну, враховуючи тим, як я написав, я сподіваюся, що буде зрозуміло. Друзі, PHQ-9 – це тест, який з'ясовує вашу схильність до депресії, а GAD-7 – це саме на тривожний розлад. На тривожний розлад. Чому? От я вважаю, що вмісто, допустим, там наших великих приятних вождів, які на каждом билборде висят у нас. Я считаю, что нужно название вот этих вот тестов для того, чтобы люди вовремя оценивали. Почему я настаиваю на этом?
Огромное количество моих пациентов, ну, более 75% приходят в состояниях, ну, когда уже, ну, не просто так пора бы заняться здоровьем, а когда, ну, и все капец. То есть, ну, прям, ну, совсем все плохо, то есть уже надо лечить-лечить. Mm-hmm. Не просто там так подкорректировать поведенческие какие-то нормы, а уже вмешиваться медикаментозно. Потому что, когда это слегка, это все можно подкорректировать, да, режимом mm-hmm. дня. Mm-hmm. Вот. Не поверите, режим дня, вот в Советском Союзе, я заканчивал институт в Советском Союзе медицинский, и первая фраза всегда на выписке человека из стационара там, или из поликлиники, первым номером всегда стояло соблюдение режима труда и отдыха. Слухайте, а це якось так трішки неочікувана точка зору, а чому настільки важливо це так? Ви знаєте, я дуже люблю приводити примір Советської армії. Как ни странно, да, вот молодые бойцы, на которых рассчитано было, что количество калорий достаточно для серьезных физических усилий, они были всегда голодные, они постоянно мучились от голода, они все время хотели есть, они ели все, что им подавали, все, что им присылали, то есть это была точка фикс. Бойцы, которые служили более года, они в столовке не кушали кашку, они брали котлеточку с маслицем, деликатно ее запивали чайком и уходили, потому что этого было достаточно для восполнения физических усилий. Во всех странах мира, во все времена фраза, да, война, войну, обед по расписанию, она же не просто так появилась. Угу. Вот когда у человека, что бы ни было, да, там боевые учения, там где-то выполнение какой-то секретной задачи, ровно, допустим, в 7.30 это завтрак, там 14.25 обед и ужин, а когда организм к этому адаптируется полностью, он берет ровно столько, сколько ему надо, ни на одну калорию больше. Тобто ми навіть уникаємо переїдання? Да, естественно. Просто соблюдением элементарного режима дня. Вот. В одно и то же время, по минуточкам, позавтракал, пообедал, поужинал. То же самое касается сна. Я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые говорят, ой, я не могу заснуть, я мучаюсь, я ложусь там в 10, я засыпаю в 3. Рекомендация банальная, простая. Если у вас со здоровьем все хорошо, наладьте время пробуждения. А как? Выбрал себе 7.00, допустим, или 7.15, или 8.25. И подъем должен быть вот на уровне 100%. Там я лег в 7, а подъем в 8. Вот в 8 и встал. Угу. Тобто за першим покликом будильника не відтягуємо, да, не розтягуємо. Да. Лицо в холодну воду, да, там чай, кофе. Но в подъем всегда в одно и то же время. Это к тому, чтобы к вечеру ты все-таки подустал и лег раньше. Потому что как только начинается, я потом днем прихватил, я доспал, вот и будет, что отбой будет в 3, в 4, там, в 5 часов утра. Тобто можно протягом дня еще не досить корисно спать? Ну, если есть нарушение сна, и нам надо отработать режим дня, я считаю, что дневной сон надо исключить. Есть люди, которых достаточно большое количество, которые, ну, полчасика, часик дневной сон – это их здоровье. Это замечательно, но сначала надо отрегулировать именно режим ночного сна. Именно ночного сна, который считается, ну, идеальным для восстановительных функций. Потому что, ну, опять-таки, всем рассказываю, у нас глазки дневных существ. Ну, ночных так они намножко, намножко больше. Поэтому у нас организм заточен на активность дневную, солнечную, и на полную пассивность отдыха в ночное время. Было бы наоборот, я бы призывал ночью воюйте, занимайтесь делами. Можно и поспать. Да, поэтому вот именно время подъема, это принципиально важно для того, чтобы отрегулировать нормальный режим сна. Тобто сон, харчування і режим прокидання. А що ще може бути? Ну, ви знаєте, треба починати з цього. Якщо у нас хоча б 10% людей, які нас слышать, хоч як-то попытаються відрегулювати режим, ну, вони просто поразяться ефективністю. Це на самом деле настільки окриляє, воодушевляє і вбирає вот эту накопившуюся усталость, стресс. Ну, я глубоко убежден, что проживание в больших городах, в мегаполисах, это всегда стресс. Просто какой бы наш мозг ни был умный, количество и скорость обработки информации не дает возможности мозгу нормально отдохнуть. Поэтому хотя бы дать возможность ему поспать там 7, 8, 9 часов ночного сна, это хотя бы надежда на то, что мозг будет перезагружаться и хоть немножечко отдыхать. Как только времени на отдых не хватает, начинаются проблемы настолько серьезные, что надо вмешиваться опять-таки или медикаментозно,
Или как-то по-другому. Олександр, а ви от сказали три різні варіанти сну, от там, тип, 7, 8, 9 годин. От на вашу думку, от найоптимальніша кількість часу, скільки потрібно спати? Значить, я глибоко уверен, що є три види лжи. Наглая, грубая статистика. Стандартная рекомендация – это 8 часов сна. Но, допустим, есть у меня совершенно здоровая бывшая пациентка, которой я помог, у нее сон нормальный – это 12 часов. Если она не досыпает 12 часов, она чувствует себя больной, убитой, разбитой, несчастной. Там, допустим, я пока был молодой, красивый, мне хватало 3-4 часа сна – это вот, ну, лет, наверное, до 45. И я чувствовал себя совершенно комфортно, то есть больше я спать физически не мог. Поэтому всегда я смотрю на индивидуальность. Сейчас я, наверное, постарел, мне надо уже часов 5. Вот. Но это моя особенность. Я не чувствую себя уставшим, я не чувствую себя разбитым. Вот я просто реально не могу больше спать. Поэтому надо подобрать свой режим, который вас полностью устраивает. Маленькое-маленькое резюме. На физиологии нас в институте обучали. Любой физиологический акт, питание, да, дефекация, сон, секс. Он должен занимать определенное нормальное количество времени для этого процесса и обязательно приносить удовлетворение. Да, это единственный критерий оценки физиологии. И сна, и питания, и всего остального. Ну, и тем более секса. А тут... Таран, треба зрозуміти, знаєш, от чи можна якось от в домашніх умовах, просто подивлячись на себе в дзеркало, зрозуміти, скільки часу тобі потрібно спати, от свою фізіологічністю? Значить, якщо чоловік спить 7 часов, у нього нет по утрам проблем з тим, щоб відкрити очі, проснутися, прийняти душ, а він встає уже свіжим, віддихнувшим, от йому 7 часов. Якщо там і 9 часов не вистачає, значить, треба підібрати якийсь ваш режим дня, щоб утречком ви просипались удовлетворенним сном. Найкращий критерій. А ось дивіться, а момент того, що ми кажемо, якщо, наприклад, ну, взагалі режим, це запорука того, що ми не депресуємо, не стресуємо, і можемо якось знати своє життя. Не то, щоб запорука, це велика надіжда. Ось, просто знаєте, момент, наприклад, по собі, з моїх спостереження, коли, наприклад, вибивається з мого графіку, там, умовно кажучи, спорт, то ти одразу, щось в житті не так, щось якась я неповноцінна. Тобто, за рахунок того, що в нас вже є якийсь певний режим, коли щось вибивається з нього, ми одразу втрачаємо ось цю якість життя. Правильно? Ну, чаще всего, да. Но это касается людей организованных, у которых есть режим дня. Вот очень часто сталкиваюсь с тем, что телевизионщики, особенно те, которые ведут прямой эфир, у них жизнь очень структурирована. Даже если им приходится там в 4 часа утра вставать, но за счет постоянного четкого режима дня, потому что, ну, без этого никак, ну, они менее склонны к депрессивным расстройствам. Ну, і враховуючи те, що стрес який. Так, да, відпуски, вольний режим дня, от вони чаще з відпуску виходять більш уставшими, ніж заходять в нього. Да. А ось ми знаємо, що ви можете нам розповісти секрет, як все ж таки і нам, глядачам, за якою формулою ось такий чек-лист, за яким ми зможемо оцінити якість нашого життя. Чи могли б ми зараз спробувати? Ну, я ж говорю, що це більше психологічна заморочка. Я вполне вважаю, що достатньо вот цих тестів для того, щоб вот просто оцінити. А на самом деле, я ж говорю, вот насколько к вам вот эта фраза относится, что жить нужно непременно хорошо. Вы, если вы оцениваете себя вот просто субъективно, глядя на себя в зеркало, и не хочется плюнуть, не хочется себя проклясть и подумать, что лучше бы я родился в другом теле, в другой стране, в другое время, значит, у вас в жизни все хорошо. Ага. А якщо закрадається думка, що, ну, щось не так зі мною? Значит, нужно просто найти те причины, которые, собственно, мешают. Что не устраивает? Работа, деньги, да? Очень часто партнер. Ну, тут вообще отдельная философская тема. Тут институт брака, он, собственно, потихонечку разрушается, не оправдывает себя в современном обществе. Нет необходимости выживания в обязательном сосуществовании мужчины и женщины. Да? Вот. Поэтому это тоже очень часто приносит стресс. У нас определенные там социальные мотивы, что да, должна быть семья, внутреннее понимание того, что 3 года с человеком было, ну, просто восхитительно, а на 5-м хочется его немножечко приубить. Это тоже огромный стресс. Тут тоже огромная философская тема, там, связанная, ну, как я считаю, с ароматом тела и вообще с физиологической предрасположенностью, что люди сближаются
Вот, по биологии на срок, когда надо познакомиться, полюбиться, забеременеть, родить ребенка, поставить его на ножки, а потом у обоих возникает вопрос, это все, что я хотел далее? От жизни? Да, или же надо попробовать развить генетику немножечко дальше. Ну, как-то физиологично, грубо, но правдиво. Так, досить цікаві теми. Зачепили такі аспекти життя. Так, а мені от цікаво, дивіться, от якщо ми, наприклад, пробуємо регулювати режим дня, так, ми відрегулювали підйом, і виявляємо те, що є певні моменти, які не влаштовують. Скажіть, от як психіатр, як безпечніше для нашої психіки, щоб не отримати тривожний розлад, щоб не зайти в депресію, от як по крокам змінювати своє життя? Опять-таки, вот не будем глобально идти там, назначать парашютный спорт, там какие-то экстремальные виды. Начните с режима дня, вот просто режим дня. Это настолько действительно мощнейшая штука, которая действительно позволяет удержаться от падения в депрессию, ну и в тревогу. И опять-таки, вот там рекомендации, да, вы меньше волнуйтесь, ну это из серии, да, вы реже дышите, ну это абсурд. Опять-таки, чем больше мы общаемся социально, тем, естественно, больше у нас появляется разнообразных поводов не просто там нервничать, но волноваться. Да? То есть, если правильно описывать, допустим, вот факт гипноза, да, существует 14 стадий транса. Вот мы с вами сейчас общаемся, просто разговариваем. Мы оба находимся в первой стадии гипноза. Вот мы с вами разговариваем, мы оба находимся в первой стадии. То есть, когда мы начинаем вникать в суть сказанного, вот мы... Любых два собеседника превращаются и в гипнотизера, и в гипнотизируемого. И причем меняются постоянно ролями. Да. Ух ты. Вау. Да, поэтому, когда вот взаимоотношения, вот это вот коннект между людьми, он приносит удовлетворение, естественно, с нами хорошо. А когда бывает там очень строгий начальник, да, или мерзкий подчиненный, или просто кто-то, который вот... где-то в маркете, да, или в транспорте вызывает раздражение. Ну вот уже достаточный повод для стресса, для того, чтобы понервничать, зациклиться на этом и развить в себе какую-то неприятную эмоцию. Олександр, давайте не будемо нічого розвивати. От фраза «жити потрібно якісно, максимально класно», це буде дві з нашого... Жить нужно непременно хорошо. На цій чудовій ноті, так. Если еще добавить вторую строчку, позволяя все, что сердцу мило, ну, то, що не приносить вреда окружаючим. Боже, це прекрасно. Да, це лейтмотив нашого сьогоднішнього інтерв'ю. Ми вам дуже дякуємо. Просто без вас би не розібралися взагалі цій темі. І ми вам дійсно дякуємо за те, що ви завітали до нас. Дякуємо всім за перегляд цього відео і нагадуємо вам, що телеканал «Правда» тут чекає вас у нашому прямому ефірі. Ну, будьте завжди разом з нами. От і молодці, що подивилися. Тепер залишаємо лайки, пишемо приємні коментарі і не забуваємо заходити якомога частіше, щоб подивитися, що вийшло новенького.